В Апатитах-Кировске начался осенний призыв. На этой неделе медосмотры и комиссии прошли десятки призывников. Готовы ли служить молодые люди и зачем это нужно? В сюжете Ирины Кузьминой. В Апатитах призывники проходят осмотр врачей. Молодых людей проверяет окулист, отоларинголог, стоматолог и другие специалисты. У нас есть нормативные документы, где мы определяем, годен служить, не годен, с ограничениями или, учитывая различные нюансы, потому что некоторые люди учатся, имеют отсрочки. Мы это все учитываем для того, чтобы не загружать лишний раз наши лечебные учреждения, а когда подходит время уже, что человек годен для того, чтобы служить, соответственно, мы определяем категорию годности. Весной в армию были призваны 99 человек. Осенью количество кандидатов тоже. Однако некоторые служить пока не готовы. Причина – учеба. Ну, отучиться надо сначала еще, получить образование, а потом уже можно и сходить. Другие, наоборот, стремятся попасть в армию. Даже не хочу уже доучиваться, просто пойти уже в армию и все. На морской флот пойти. Почему именно туда? Мне там папа мой. По собственному желанию как-то захотелось пойти. А куда? В какие войска? Да без разницы. Ну, конечно, хотелось бы куда-нибудь с техникой работать. Вердикт, годен или нет, выносят на призывной комиссии. Рассматривают все обстоятельства. От семейного положения до занятости в вузах. Есть ребята, которые учатся в средних и высших учебных заведениях, у них отсрочка, к ним вопросов нет. Вот. Есть проблемы по здоровью. Есть ребята, которые приходят, окончившие только школу, у них уже целый набор болячек, которые, в общем-то, в зрелом возрасте приобретаются. Вот. Это, в общем-то, не есть хорошо. Но есть ребята, которые полностью готовы, годные по здоровью. Это может только радовать как родителей, и их самих, и нас тоже. Глава города Алексей Гелеров считает, что гражданский долг нужно выполнить каждому. Это плюс к дальнейшей карьере. Крупные корпорации на сегодняшний день стараются не брать молодежь, которая не пошла в армию. В том числе и в старшие и муниципальные. Поэтому один из стимулов дальше расти – это пойти в армию и отдать свой долг. Призыв пройдет в октябре и декабре. В него попадают юноши от 18 до 27 лет, годные по здоровью. Более 50% пойдут служить на Северный флот, остальные – в соседние области.